Друзья, всем привет! С вами Кира Штафун и проект Let's Row. Мы с вами продолжаем изучать рацион сыроеда и изучать, что же такого вкусненького в сыром виде можно съесть сыроеду. Сегодня я вам расскажу о дуриане. Его-то в сыром виде сыроеду просто за милую душу. Почему? Потому что дуриан является жирным фруктом, он насыщает, но это легко усвояемые жиры. То есть эти жиры легко расщепляются и усваиваются нашим организмом. Фрукт имеет такой специфический запах, не всем он нравится. Некоторые даже хранят его на улице, не в холодильнике. Вот. И имеет также специфический вкус. На вкус он тоже не всем нравится, но если выбирать дуриан правильный, выбирать его достаточно спелый, я думаю, что вам понравится. Вот так выглядит, в общем, наш дурианчик. Это очень-очень колючая такая штука, большая, до 4 килограмм, я знаю, плоды дуриана дорастают. И внутри дольками располагаются вот такие вот внутренности в виде такой вот желтой мякоти. И когда эта мякоть такая прям желтенькая, хорошенькая, такая прям жирненькая, ее очень-очень хочется скушать. Она является спелой и наиболее вкусной. Ну что, давайте я попробую. Помимо легко усвояемых жиров, в этом фрукте содержится много-много витаминов, микроэлементов. Об этом подробнее в статье. Да, наш дуриан поспел замечательно, очень-очень вкусно. Будьте в Таиланде, обязательно попробуйте. До новых встреч, друзья!